Доброе утро, дорогие друзья. Вот представьте, у вас день рождения, и стали бы вы с утра делать зарядку. А вот наш фитнес-инструктор Ольга Урбан не только будет делать зарядку в свой день рождения, но и еще пришла к нам сегодня с утра в студию для того, чтобы вместе с вами в свой день рождения сделать зарядку. Олечка, доброе утро. Доброе утро. Это музыка поздравительная звучит специально Спасибо для тебя. Большое. С днем рождения. Сегодня Спасибо. Такой потрясающий день, снежный. И мне кажется, что все самое лучшее сегодня для тебя. И надо сказать, что вот когда Оля появилась в нашей студии, нам казалось, что она даже в детстве была уже такой фитнес-богиня. Посмотрите, какая она была миленькая, хорошенькая, маленькая. Ну, в общем, сейчас она стала только лучше, но вот тем не менее. В день рождения, мне кажется, это хорошо посмотреть такие детские да, фото. Воспоминания Правда? Очень приятно, конечно. Оля, оставайся такой же совершенной, и мы тебя всегда очень рады видеть в нашей студии с праздником. Спасибо О, давайте поаплодируем Оле. С днем рождения! Ура! Вся команда «Добрый ради порой» поздравляет тебя. Ну, а теперь зарядка. Но, тем не менее, зарядку делать нужно, ее да, никто не отменял. Спасибо большое за поздравление, очень приятно. Сегодня будет зарядка активная. Так уже сложилось, что сегодня для меня праздник, для моих близких. Я предлагаю сделать ее активная, потому что не секрет, что в день рождения очень хочется съесть что-то запретное, например, как тортик. И я предлагаю уже с утра его отработать, чтобы заслужить. И учитывая, что скоро будет череда праздников, это будет вам на заметку. Отлично. Первое упражнение – приседания. Отводим ягодицы назад, приседаем. Глубокий вдох и наверху выдох. Делаем 20 повторений. Затем сразу тоже остаемся в приседе и отводим в сторонку ножки. И все это время остаемся в приседе, чтобы хорошо почувствовать наши ножки и ягодицы. Хорошо. И третье упражнение. Мы делаем выпад вперед и назад. Сразу же. И потом вторую ножку делаем тоже. Правая, левую и вперед, назад. Следующее упражнение будет отжимание. Нужен коврик будет. Ручки ставим шире коврика. Глубокий вдох и выдох. Пресс напряжен. Поясницу не прогибаем и ягодицы тоже не оставляем. Это будет неправильно. Будет нагрузка на руки. Нам нужна нагрузка на грудь. Глубокий вдох и выдох. Остаемся в положении в упоре на локтях. Пресс напряжен. Ягодицы сжаты и будем стоять в планке. Будем стоять в планке минуту, а все остальное мы будем повторять по 20 раз. Затем этот круг отдыхаем, затем этот круг повторяем. Будет очень быстро, эффективно, и заряд энергии будет вам обеспечен целый день. Скажи, а если сделать такой комплекс упражнений утром, сколько кусочков торта можно съесть? Маленький один. Маленький один? Да. То есть ты сегодня съешь только один маленький кусочек торта? Ой, я сегодня вообще тортика не буду есть, потому что у меня в субботу будут съемки важные, поэтому я, в общем, к ним готовлюсь. День рождения без торта. Ой, это серьезно. Нужно хотя бы маленькое пирожное. Какая ужасная. Сила воли очень важная вещь в спорте тоже. Олечка, мы еще раз тебя поздравляем с праздником. Спасибо большое. Поздравление всей команды «Доброй разницы Беларусь». Еще раз хочется пожелать тебе здоровья. И искренне надеемся, что будем часто тебя видеть в нашей студии с праздником. Спасибо большое. Это приятно. Так мило, друзья. Скажите, как замечательно, когда происходят такие хорошие события, и можно вот так в прямом эфире поздравить коллегу, близкого человека с праздником.